Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки Яндекс.Маркет и Вайлдберриз. Итак, поехали! Так, а дальше покупочки Вайлдберриз. У нас то ли кот, то ли пылесос, мы не поняли, вообще кот такими делами не занимается. Но мы когда уезжали, он был один, кто-то, в общем, у нас погрыз зарядку для часов у мужа. И вообще, на самом деле, тяжело на просторах интернета найти зарядку для часов, потому что, во-первых, его модели вообще в принципе не было, то есть по названию, поэтому мы брали универсальные. Я замерила на старой зарядке расстояние между вот этими вот желтыми магнитиками маленькими, да, оказалось 4 миллиметра, и заказала 5 штук. Вот сейчас ходили на Вайлдберриз, посмотрели, все кроме одной подошли, одну прислали, там расстояние меньше, хотя в карточке товара тоже было 4 миллиметра. Она у него сделана, старая зарядка, так же, как и эта. То есть, видите, вот тут как бы восьмеркой. В общем, мы посмотрели, заряжает хорошо, поэтому взяли. Если у вас 4 миллиметра, а еще в отзывах вот было, полярность перепутана, пришлось перепаивать контакты. Вот ко многим. Я уже не помню, к каким, то есть на некоторые модели часов не подходило. Не вот это именно, а другие. Вот здесь с полярностью все нормально. Смарт-часы у мужа Маскс. Маскс, как они правильно, аура, Маскс аура, вот, ну, в общем, салика, подходит. Поэтому, если у вас расстояние 4 миллиметра между вот этими магнитиками, смотрите, вот такая вот зарядочка подходит, цена вопрос около 200 рублей, они все были, какие-то за 300, какие-то за 200, вот это, по-моему, 200 рублей. Подошла, слава богу, на пункте выдачи, прям взяли с собой розеточку вот эту, воткнули там в сеть у них, часы с собой взяли, проверили, подходит, слава богу. Так, и снова я повторила опять покупку дейзиков, как неправильно называются вот этот бренд, я не знаю, Viva, которые с хвостцами, потому что вот серьезно могу сказать, натуральные дейзики — это лучшие дезодоранты на данный момент. Кстати, надо посмотреть, здесь розовый в этот раз как пришел, потому что помните, в прошлом, а здесь, по-моему, другой, у меня розовый пришел круглый, то есть они все такие вымятые, а розовый у меня пришел в прошлом наборе круглый. Тоже где-то неделю они шли, неделю, дней 10 они идут, склад, видимо, где-то далеко, я не обратила внимания. Повторила покупку, чтобы нам на летом всем хватило. Сейчас у меня Женя синий, дочь зеленым, я пользуюсь розовым. Потом там можно с ней поменяться. Дейзики действительно классные, они абсолютно блокируют запах пота. Вот абсолютно никакого запаха в течение суток минимум нету. Вот это радует, потому что я уже вам говорила, Рексона испортилась и другие дезодоранты, ни один не подошел. А вот эти прям подошли идеально, с учетом того, что они, получается, самые дешевые, 100 рублей штука. То есть вот этот набор по цене Вайлдберриз 298 рублей. Меньше 100 рублей получается один дейзик. А работают на ура. И с учетом того, что они натуральные, безопасные, очень нравятся. Слушайте, в этот раз все одинаковые пришли. Вот такие вот вмятинки, они, видите, как половинчатые. Все одинаковые, а в прошлом наборе розовый был круглый. Ну, интересно, слушайте. Ну и ладно, пусть будет. Дейзики так классные, могу смело рекомендовать. Это, конечно, дело тоже индивидуальное. Но прям вообще, прям супер-пупер. На лето особенно класс. Покупочки Вайлдберриз. Давайте по порядку. Первое, что заказала, это вот такие вот накладки на унитаз. Зачем? Мы скоро отправляемся на море, мы поедем в поезде, поэтому вот такая вот штука очень-очень нужна. Едем с детьми, должно быть комфортно всем. Вот такие две упаковочки, на что обращала внимание. Во-первых, обращала внимание на количество, здесь достаточное количество, 14 штук по 7 штук в каждом пакетике. Это во-первых, то есть в принципе, хватит и на дорогу туда, может быть, и обратно. Скорее всего, я закажу еще одну упаковку. Ориентировалась на отзывы, на то, что каждая накладочка идет в индивидуальной упаковке. Мы сейчас с вами все откроем, все попробуем. На удобство, то есть, чтобы это было как бы минималистично и удобно перевозить с собой. А еще они двухслойные, то есть здесь один слой бумажный, а один слой полиэтиленовый. Вот это вот вообще очень классно. А было написано, что они не скользят, что они утолщенные, что они максимально удобные. Размер у них 40 на 60. И здесь у нас есть 4 клейких фиксатора. Сейчас откроем, посмотрим. Должно легко и надежно крепиться на унитаз. Это тоже важный момент. Так, давайте открывать. Они тоже очень удобно. Здесь на упаковке прям есть пунктирная линия, по которой мы, подев пальчиком, прям легко открываем упаковку. И вот про что я говорила. То есть каждая накладка, она в индивидуальной упаковке. Собственно говоря, как выглядит накладка. Вот они, фиксаторы. Мы видим, что она двуслойная. Ой, я уже чем-то капнула тут вода. И место именно сиденья, оно утолщенное. То есть должно быть комфортно и удобно.
Для тех, кто собирается в роддом, в дорогу, опять же, в больницу и так далее, это прям классный вариант, потому что все-таки, ну, туалетная комната, она должна быть индивидуальной. И если приходится находиться, да, в общественных местах, где этим местом пользуются другие, ну, я думаю, все как бы нормальные люди, они брезгуют. Поэтому вот эти штуки, они имеют место быть, это гигиенично и очень-очень удобно. Состав у них слой целлюлозы, целлюлозный слой без вредных химических добавок и посторонних примесей, что тоже очень здорово. И давайте попробуем. Я пользовалась, когда мы ездили на юг в поезде, другими накладками. Они были не очень удобные, они были, ну, просто один слой бумажки. Это не совсем комфортно, не совсем удобно. Съезжали и так далее. Здесь, я думаю, должно быть все нормально. Отправляемся в туалетную комнату. Ну вот, как, собственно говоря, это выглядит. Очень удобно. Я вам хочу сказать, клеевая основа здесь, с помощью которой они клеятся на унитаз, достаточно крепкая, прочная. Все отлично, мне понравилось. Мягкое у нас с вами получается сиденье. Просто положили сверху, отлепила я вот эти вот фиксаторы липучки, сидушка одноразовая прилипла, и все, и красота. То есть, вот смотрите сами, ну прелесть, прелесть. Я заценила, мне понравилось, очень мягенький, очень комфортный, тактильно, поэтому кто собирается в дорогу там, или не дай бог, конечно, в больницу, или дай бог в роддом, имейте в виду, вещь очень крутая. Ну и, собственно говоря, с этой же целью, не с этой же целью, а для этого же, для поездки в поезде, взяла вот такую упаковку салфеток универсальных, которые 100% хлопок, то есть тоже едем с детками, поэтому я на эти моменты теперь не внимание обращаю, здесь целых 80 штук, можно использовать как сухим способом, так и влажным способом, размер 20 на 20, давайте с вами открывать, смотреть. Для нашего с вами удобства здесь опять, смотрите, есть пунктирная линия, на которую мы нажимаем, одной рукой мне не очень удобно это делать, в общем, вот таким вот образом мы нажимаем две пунктирных линии и открываем. Вот так легко эта полосочка у нас с вами выходит, и вот сами салфеточки. Опять обращала внимание на отзывы, то есть в поезде это очень удобно. Удобно то, что они хлопковые, можно как бы ими стол протереть, и умыться сходить, и как бы и тело протереть, потому что ехать все-таки вот нам двое суток, да, смочить, протереться и так далее. Вот такие вот красивые, очень мягенькие. Здесь растительные волокна, двухсторонняя текстура, то есть с одной стороны они такие гладенькие, а с другой стороны они такие пупырчатые. Вот такие вот. Мягенькие, очень мягенькие, и никаких химических добавок здесь нет, вся химия она полностью отсутствует. Влагу впитывать должны хорошо, сейчас мы с вами проверим. Так, запах. Абсолютно никакого запаха, без спирта, гипоаллергенный, без формальдегидов, безопасный жемчужный узор. А жемчужный узор именно для того, чтобы было глубокое очищение. То есть протереть, допустим, ими лицо, смочить и протереть, мне кажется, будет классно. То есть вот эта рифленая поверхность, она будет мягко очищать. Это здорово. Так, хочу попробовать на момент впитываемости. Легаем с вами прям вот так. Вот сюда салфетку положу, а то боюсь, сейчас у меня все на пол потечет. Так. Очень хорошо, смотрите, как быстро впитывают. Так, замечательно. Оп, оп, слушайте, я и на кухню себе такую пачечку теперь хочу. Вот они. И попробовала их, кстати, потянуть, порвать. Это нереально. То есть это не бумага, это хлопок. Это действительно тканевые салфетки. И порвать их просто нереально. Впитывают хорошо. Мне понравилась упаковочка такая симпатичная, минималистичная. Одна салфеточка тянет за собой другую. Вот так вот поставить куда-то на туалетный столик, на кухню. Ну, конечно, в дорогу, во все вот в такие поездки и мероприятия это очень-очень удобно. Поэтому мне понравились зачет. Пачка Яндекс.Маркет. И тут у нас туалетная бумага. Повторяю, девчонки, потому что понравилось. Понравилась и цена 200 рублей. Батист премиум 8 рулонов трехслойных. Вот такая сирень прям зашла всем. Действительно, есть такой легкий, приятный аромат. Три слоя вполне нормально, но очень мягко. Она мягче, чем Зева. Нам зашла, взяла две упаковочки. Вот одну показываю вам. Выходит выгодно. И тратится она у нас почему-то вот медленнее тоже, чем Зева. Поэтому могу смело рекомендовать. Классная. Пучка Wildberries, вот эта огромная коробка, вы ожидали, что она будет гораздо меньше, это алмазная мозаика. Решили взять с Ксюшкой на лето, потому что когда погода плохая и не гуляем, ну, допустим, дожди идут, надо чем-то интересным заняться, очень долго выбирали, скажу вам честно, и выбрали вот такую красивую совушку. Хотели опять сделать по фото, но нет, по фото, может, на осень выберем, купим еще какую-нибудь красивую картину. Классно, классно, красиво, и вот достаточно легко будет собирать ребенку, по крайней мере, вот здесь, потому что много
одинакового цвета. Ну, красиво. Но я думала, честно, она будет меньше. Во-первых, мы выбирали сразу на подрамнике, чтобы мы ее повесили потом. Это было важным пунктом. Мозаика без подрамника стоит гораздо дешевле. Ну, смотря какая, опять же. Вот это 600 с чем-то рублей. Я считаю, что за такую картину это не сильно дорого. Так, смотрите, что у нас здесь. Сейчас распакуем и посмотрим. Размер 40 на 50, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, где у нас? Да, 40 на 50 размер. Вот. Так, и тут у нас состав набора. Еще какое-то рисование по номерам. Холст на подрамнике с пронумерованными зонами. Состав набора алмазная мозаика. А, то есть тут что? Я не пойму, тут что, два вместе? Я не поняла, Ксюха так как говорит, что еще положили рисование по номерам. Или это они просто делают одну коробку? Есть такая картина рисования по номерам, а есть алмазная мозаика? Я не поняла. В общем, мы сейчас с вами все вскроем и посмотрим рабочий процесс и так далее. В пленочке, кстати, пришла, вроде все нормально. Сейчас глянем. Только посмотрите, какая красота. Мне так нравится расцветка. Рамочка у нас вот такого цвета будет. Очень красиво. Ой, вообще красота. Слушай, да, огромная, как наш портрет, по-моему, с Ксюшкой, если даже не больше. Она прям большая. Сейчас вот так ее поставлю. Та же самая система. То есть мы потихонечку отклеиваем пленочку, сверху, снизу начинаем и собираем рядочками или уголочками. Но она очень красивая, мне нравится. Тут таранка вот на заднем фоне. Так, вот сам холст, как выглядит с другой стороны. Ровненький, ничего не пометно. Вот здесь какая-то полосочка. Но ее не видно с той стороны. Вот такой вот холст. Вот у нас с вами нумерация. Хорошо закреплен. В принципе, все отличненько. Так, и что у нас здесь еще в наборе? Вот она, табличка с номерами. Вот у нас набор. Даже есть пинцет. Так, это для крепления. Крепеж к стене есть два. Отличненько. Так, пакетики. Одна штучка под мозаику вот эту и один стилус. Но у нас есть еще, но если что, закажем, не проблема, это копейки, потому что мы с ней когда вдвоем собираем, допустим, она лежит с этой стороны, я с этой стороны, нам нужно два стилуса. А еще здесь, хотя нет, ну много цветов за раз, то есть можно купить стилус, который... А, нет, он есть, да, он с вот этой стороны, он набирает несколько страз, да, с вот этой стороны, здорово. И вот они в пакетике стразы. Мне безумно импонирует вот эта расцветка вообще, должно быть очень красиво. Обязательно покажем вам процесс и что потом получится. Ну и на этом все. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.